Сегодня мы открываем 5-й юбилейный республиканский фестиваль-конкурс «Медиасфера 2023». Хочу сказать, что этот фестиваль-конкурс, он начинался в далеком 2010 году на базе университета и являлся такой университетской площадкой. И претерпел за эти годы значительные изменения, выросло количество участников, номинаций этого фестиваля. И с 2018 года этот конкурс приобрел статус республиканского. В этом году 5-й республиканский фестиваль «Медиасфера 2023» получил рекордное количество заявок от участников. Для нас это очень приятно, потому что к нам приехали сегодня ребята со всей Беларуси, из всех областей, из учреждений общего среднего образования, из колледжей, из вузов. Ну и, конечно, мы просто счастливы видеть молодых, творческих, креативных ребят на нашей творческой площадке. Ребята прислали нам работы в 5 номинациях. Это интернет-проекты, это проект для аудиовизуальных СМИ, печатных СМИ, это фотопроекты, это коммуникационный проект.